придумал, решил рядом с тиграми, кстати, жили львы, которые вот сейчас в приморском сафари-парке. Их отсюда, из этого вольера, они жили вместе с этими тиграми. Интересно было бы, если они остались, как бы сейчас были взаимоотношения в этом вольере. Но сейчас здесь одни тигры. Тигры уже выросли, видите, какие громадные красавцы. Особенно валдай. Вот он лежит. Ох, огромный.